Украинским компаниям запретят полеты в Россию. Это ответ Москвы на решение Киева о закрытии неба для наших самолетов. Все произойдет 25 октября, одновременно с началом действия украинского запрета. Росавиация по поручению Минтранса уже направила уведомление в соседнюю страну. Соответствующие бумаги получили международные авиалинии Украины и еще три компании. В нашей стране среди запретных оказались крупнейшие перевозчики Аэрофлот и Трансаэро. В российском ведомстве отметили, что отмена такой крайней меры возможна лишь при аналогичных действиях Киева, который принял непродуманное решение. Сильнее всего это ударит по самим гражданам Украины, их более 70% на всех рейсах между двумя государствами. Пассажирам придется летать с пересадками или выбирать другой транспорт. У нас еще остается железнодорожное сообщение, хотя в большей степени это формирование украинской железнодорожной компании «Укрзалезница». Но, наверное, в любом случае транспортные потоки найдут свой выход, и придется, хотя и с пересадками, через Минск, может быть, Кишинев, может быть, Турцию, добираться тем, кто хочет или планирует свою поездку в Киев, ну и, соответственно, украинцам на территорию России, в первую очередь, в Москву.